Скоро месяц с того момента, как наша сборная бесславно закончила свое выступление на Евро-2012. Мы специально выдержали паузу. Мы не хотели говорить об этом по горячим следам. Нам хотелось, чтобы страсти улеглись, а горечь поражения хотя бы немного, но растворилась. Это «Час эксперта». Меня зовут Юлия Демина. И тема нашей программы – какой футбол нам нужен и для кого играет наша сборная. Итак, сегодня у нас в студии Валерий Рингольд, мастер спорта международного класса, чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР по футболу. Александр Бубнов, постоянный эксперт sportbox.ru. Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка. Евгений Ловчев, обозреватель газеты «Советский спорт». Также у нас в студии Дмитрий Кожурин, руководитель отдела спорта телеканала «Эксперт ТВ». Артур Хомич, корреспондент редакции собственных программ телеканала «Эксперт». Александр Катасонов, старший тренер футбольной школы «Локомотив». Антон Беляков, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия». Иван Уланов, руководитель отдела по работе с болельщиками профессионального футбольного клуба «ЦСКА». Чемпионат по футболу – это всегда чей-то триумф и чье-то разочарование. Не стал исключением и Евро-2012. Судите сами. Финалисты последнего чемпионата мира – голландцы – не набрали ни одного очка. Хозяева турнира – сборная Польши и Украины – не смогли преодолеть даже группового этапа. Итальянцы, со скрипом вышедшие из группы, проползли через серию пенальти в полуфинал и раскатали в нем, казалось бы, неуязвимую Германию. Даже триумфаторы-испанцы запросто могли уступить свое место в финале португальцам. Футбол еще раз доказал, что он непредсказуем. Но почему тогда результат, показанный нашей сборной, мы приняли так близко к сердцу? Почему ее выступление вызвало такой общественный резонанс? Давайте вспомним, как это было. Последние две недели перед чемпионатом для российских футболистов сложились как никогда удачно. Товарищеские поединки с грандами мирового футбола наша сборная провела на высоте. Сыграв ничью с номером 2 в рейтинге FIFA командой Уругвая и разгромив будущих серебряных призеров евро-итальянцев, сборная России упрочила звание фаворита своей группы. Было очевидно, что подопечные Дика Адвоката поехали на Евро побеждать. Первый шаг к победе россияне сделали 8 июня в стартовом матче с чехами. Превосходство нашей команды над соперником было заметно с первых минут встречи. Поражала особая легкость, с которой играли футболисты, особенно в атакующих действиях. Фантастическую игру показал полузащитник Алан Загоев, оформивший дубль в ворота чешской сборной. Его признали лучшим игроком матча. Мяч в ворота Малафеева в начале второго тайма не смог изменить характер игры, и в итоге 4-1. Впервые в своей истории сборная России начала чемпионат Европы с победы. После первой игры болельщики не скупились на похвалу в адрес игроков национальной команды. Количество дифирамбов и восторженных статей носило лавинообразный характер, а футбольную сборную сравнивали с непобедимой хоккейной дружиной. Победа нашей команды впечатлила не только болельщиков. Букмекеры моментально отреагировали на игру россиян, и их шансы на победу в Евро котировались наравне с англичанами и голландцами. После разгрома Чехии сборная России из фаворита группы перешла в категорию фаворитов Евро-2012. На свою вторую игру россияне прибыли в Варшаву. Победа на сборной Польши обеспечивала российской команде выход из группы с первого места. Уверенная игра сборной в первом тайме и логическое завершение. После навеса Аршавина Алан Загоев отправляет мяч в сетку ворот. Во втором тайме пушечный удар Блащиковский позволил полякам сравнять счет. 1-1 – таков итог встречи. Даже после ничьей с Польшей сборная России не переставала получать лестные отзывы прессы. Европейские журналисты сватали российских футболистов, ведущие клубы Старого Света. Алану Дзагоеву прочили будущее в Дортмундской Боруссии и Арсенале, а Игоря Денисова отправляли то в мадридский Реал, то в ПСЖ. Даже сам Йоахим Лёв, наставник Бундестим, не смог скрыть своего восхищения от игры россиян. В третьем матче группового этапа встречались сборные России и Греции. Для выхода в плей-офф россиян устраивала ничья, хотя большинство прочило нашей команде победу. На протяжении всей встречи сборная России уверенно владела мячом, но не смогла прорвать греческую оборону и создать опасных моментов. Одна ошибка наших защитников, и под занавес первого тайма мяч оказался в сетке ворот россиян. Второй тайм не смог коренным образом переломить игру. Исход встречи был решен 0-1, и сборная России завершила выступление на Евро-2012. Поражение российской команды обернулось волной критики в адрес игроков, главного тренера и спортивных чиновников. Масло в огонь подлил инцидент в отеле «Бристоль», где остановилась российская сборная.
В интернет попало видео, снятое депутатом Госдумы Антоном Беляковым на мобильный телефон, на котором запечатлено общение футболистов с болельщиками. Антигероем этой съемки стал Андрей Аршавин. Вы не оправдали ваши ожидания, то честно, это ваши проблемы. Все выкладываются на поле, выкладываются. Вы правда так думаете? Что если вы не оправдали наши ожидания, то это наши проблемы? Вы действительно так считаете? Несмотря на то, что заявление капитан сборной адресовал лично депутату, оно вызвало волну возмущения в российском обществе. 25 июня подал в отставку президент РФС Сергей Фурсенко. Спортивные эксперты, журналисты и болельщики в один голос требуют коренных преобразований в российском футболе. Стоит отметить, что последняя победа нашей сборной на крупных турнирах случилась 52 года назад. Тогда советские футболисты завоевали золото на чемпионате Европы 1960 года. За последние 25 лет отечественная команда лишь дважды выходила из группы на чемпионатах Европы. Последний крупный успех случился в 1988 году, когда сборная СССР не только прошла групповой этап, но и выиграла серебро чемпионата. А бронзовые медали Евро-2008 пока остаются самым крупным успехом национальной команды в новейшей российской истории. Юль, можно сразу комментарий к вашему сюжету? Значит, две неточности. Первое, это видео снимал не я сразу, да? И второе, значит, информация о том, что слова были адресованы лично мне, распространяет когда-то уважаемая мной, а ныне абсолютно желтая и бульварная газета «Советский спорт», которая за деньги РФС готова продать, похоже, маму. Это от чистой воды ложь. Значит, у меня есть 7-минутный разговор с Аршавиным от момента, когда мы с друзьями подошли к нему, до момента, когда ушли. Это был корректный, вежливый, спокойный разговор, в котором он четырежды подчеркнул, Андрей Аршавин, что, по его мнению, проблема 100 миллионов российских болельщиков в том, что они на что-то надеялись, а команды нет. Когда депутат Госдумы говорит о том, что на деньги РФС делается это, то это просто ни в какие рамки не лезет. Если это делается на деньги РФС, вас оклеветали в чем-то, вы идете в суд. Вы же все время говорите об этом во многих ток-шоу. Вот и все, вся история-то. Идите в суд? В суд? В суд, да. И все, и других-то нету никаких. Значит, я сотрудник. Вы там были? Советского спорта. Я просто сотрудник советского спорта. Я не говорю об этом. Но вы думаете, вот там проплатили прям? Вы говорите, вы там были. Я думаю, что объяснить иначе, как материальной заинтересованностью, очевидную ложь трех-четырех журналистов советского... Это немножко другая фраза. Простите, я закончу свою мысль, обязательно дам вам тоже сказать. Так вот, объяснить иначе ложь трех-четырех сотрудников одного издания «Советский спорт», которые не присутствовали при нашем диалоге. При том, что этот диалог, повторяю, так получилось случайно, что мои товарищи сняли на видео, где мы говорим спокойно, на расстоянии, вот примерно как мы с вами, 4 метра, обращаясь друг к другу на «вы». И потом я читаю комментарии, что оскорбления пошли, там драка была. Вот понимаете, вот бред сивой кобылы. И объяснить это иначе, как материальной заинтересованностью, вот эту ложь, я не могу. А повода для того, чтобы говорите, обращаться в суд, я, честно говоря, не вижу. Вы говорите, это одно. А когда вы говорите, это сделано на деньги РФС, вот вы вначале это начали... Это абсолютно логично. Ничего логичного нет. Это уже оскорбление. Логично. Это уже оскорбление. Вы не берете деньги РФС? Это я не беру. Ну, я не вижу лично вас. Я не советский беру. Спорт не получает я деньги не беру. РФС. Деньги РФС не получаю. Хорошо. Оставайтесь при вашем заблуждении. Итак, первый вопрос. Работа Хидинга со сборной закончилась в Мариборе. Тогда ему пришел на смену Дик Адвокат. Скажите, кто и почему принимал это решение? Вот есть «Газпром», есть руководство «Газпрома». Они все питерские, и Кремль питерский. И естественная вещь, что они помогают своей команде. Где-то за рубежом тоже там президенты любят какую-то команду и стараются ей помочь. Ничего страшного в этом нет. Значит, есть «Лентрансгаз», по-моему, и там руководит Фурсенко. Один из клерков «Газпрома», функционеров «Газпрома», номенклатуры такой. Так как «Газпром» начинает финансировать «Зенит», он эти деньги, чтобы шли через своих людей, он делает президентом Фурсенко, президентом «Зенита». И Фурсенко, через, не понимая, что такое футбол, там, может, во дворе когда-то играл, он находит Костю Сарсани, это агент, и, в общем, заметная футбольная личность, и говорит: привези мне хорошего тренера. Он, наверное, и не знал, кто такой адвокат. Он в основном прокурора знал. Вот. И тот привозит ему адвоката. И адвокат работает там год. Ну, Фурсенко его защищает, это естественно, потому что как бы он привез его. И у адвоката ничего не получается сначала. И он втихаря подписывает контракт
с Австралией. И потом вдруг команда заиграла. Адвокат не самый худший тренер в мире и не самый топовый, но это нормальный, хороший тренер прежде всего. Понимаете, в чем дело? Он уже во многих... Он тренер. Прежде всего тренер. Вот дальше, значит, он отработал, все, честь, хвала, с ним переподписывает контракт. А команда стала играть плохо. 6-е, по-моему, 8-е место. И с ним прощаются, и он уезжает. А Фурсенко, та компания людей из «Газпрома», двигают дальше. Человека, не понимающего в футболе ничего. Двигают дальше в РФС. Двинули, потому что ведь надо же еще и чемпионами становиться, понимаете, в чем дело. А когда потом происходят такие вещи, как там выпустили лишнего игрока, и они получить должны были 0-3, значит, РФС во главе с Фурсенко прикрывают, Смутко тоже самое, питерский, понимаете, в чем дело. Прикрывают это дело, потому что они ангажированы все равно, их поставил кто-то. И дальше человек приходит, ему нужно... тренера. А кого он знает-то? Только адвоката знает. И он Косте говорит, давай как-нибудь там это разрули. А у адвоката контракт уже с бельгийцами. Мы оплатим там все, потому что за ним стоят люди, которые с деньгами. Сейчас удивительная вещь. Кого ты не спросишь, но сейчас будут выставляться кандидаты на пост президента Российского футбольного союза. И вот Никита Павлович Симонян, мой учитель, мой тренер, мой отец, можно сказать, значит, в футболе, он говорит, не, сейчас президентом Российского футбольного союза должен быть человек, у которого спонсоры есть, и который приведет за собой вот это. Я считаю, что сборную страны, ведь Фурсенко не пошел на исполком, не пошел на конференцию, на которую его избирали, а он пошел в Кремль и сказал, вы, а по дороге там, пока он к кабинету главного шел, ему из каждого кабинета сказали, что ему сделать надо, быстро подать в отставку. И значит, если вы вмешиваетесь в то, что ставите человека, и в то, что вы его убираете, значит, вы финансируете. Страна должна финансировать свою сборную. Вопросов нет никаких. Значит, когда вы сказали, что футбол непредсказуемый, да, на самом деле, вот мы с Евгением Серафимовичем, то, что вероятность того, что они не выйдут из группы, была очень предсказуема. И мы и говорили, вот, а вот эти все... Зырянов, Аршавин, потом хорошо помню, Широков это говорил, да? Вот. Они в прессе публично заявляли, что они едут не про. И об этом Фурсенко говорил, что они на чемпионат Европы едут не про, они едут его выигрывать. Я уже не говорю о том бреде, который в 2018 году мы выиграем чемпионат мира. Понимаете, это вообще это за гранью вообще цинизма, всего чего угодно. Ну, здравого смысла просто было. Ну, скажите, а что плохого в том, что президент РФС ставил самые высокие задачи? Вы у любого психолога спросите, что такое ставить перед людьми невыполнимые задачи. Если я знаю, что я чемпионом мира никогда не стану, да, им передо мной такую задачу ставят, а потом меня в прессе будут вот так вот разбирать сейчас. Меня это сковывает. Перед людьми нужно ставить задачи, которые они конкретно могут решить реальные. Вот, они нереальные. Это нереальные задачи были. Хорошо, но какую задачу должен был поставить? Задачу у них, мы говорили, вот для этой сборной, с учетом того, вот, по отборочным играм, как они играли, Ирландия является аутсайдером этого чемпионата. Она тоже ничего не выиграла. Реальный аутсайдер по качеству игры. Голландцы не аутсайдеры, там у них другие проблемы. По качеству игры мы берем, да? Мы у них в Москве выиграть не могли, мы мучились с ними, да? Вот, как можно такие ставить задачи? Реальная задача для этой сборной, по оценкам экспертов, не конъюнктурных, а то, которые говорили на самом деле, то, что есть. Это выход из группы, это было бы очень высокое достижение, большое. Все, это потолок для этой сборной. Вот. И я лично удивлен, что в принципе как развивались события, да, это можно было сделать. Но они даже этого не смогли сделать. Когда такие глупые проект или перспективы говорят, что наши футболисты станут чемпионами мира, абсолютно без основания. Хорошая пословица российская: рожденный ползать, летать не может. Они не взлетят, у них нет такого уровня мастерства, чтобы решить эту сумасшедшую задачу в футболе. Это первое. И второе, чтобы, потому что я знаю, здесь очень много специалистов. Я как сама спортсмен и тоже все-таки какой-то тренер, я никогда не поверю, может быть, у меня абсолютно старый уклад, в тренера-иностранца. Потому что он не ведает, не знает нашего менталитета. И вот
стать таким ненормально болеющим за свое дело, как это был, ну, тот же Блохин, ну, извиняюсь, я говорю Блохин, это все-таки нашего периода человек, Олег Блохин, Валера Лобановский, и туда же я и Валентина Иванова, Константин Иванович Бесков. Ну, вы понимаете, они умирали после того или другого вызова на ковер, как у нас это называлось, если они проигрывали что-либо. И, ну, один пример. Второе место на Европе, Константин Иванович Бесков лишается тренерского места. И звания. И вообще, вот мне кажется, так болеть, вот так отдаваться делу может только настоящий истинный россиянин. Угу. А дальше я не слышу. Валерий Леонидович, вы считаете, что лучше пусть нашу сборную тренирует наш соотечественник, нежели чем иностранец? Да, несомненно, конечно. Я согласен с ребятами, и с Лидой согласен. Ведь я приехал сюда на передачу вот именно говорить про футбол. Не про финансы, не про эту воровскую компанию РФС. Ну, всем известно это. Надоело, честно говоря. Вы понимаете? Там сидят люди, абсолютно отношения к футболу не имеющие. Давайте отсюда плясать. Почему же у нас нет футбола? Футбола нет только лишь потому, что, чтобы выходить на футбольное поле и одеть майку сборной России, надо, во-первых, быть патриотом своей страны. Это в первую очередь. Во-вторых, думать о своих болельщиках. Это второе дело. А в-третьих, сидят твои знакомые, друзья, родители. В двор, где ты родился, пришли люди, которые хотят на тебя посмотреть. Они гордятся тобой. Вот мое поколение для этого выходило на поле. Я видел, что сидят люди, которые с одного двора. Я сам москвич. Мне было приятно показать. Ребят, вот я могу, а вы вот на меня посмотрите. Было самолюбие чисто футбольное. Мы выходили играть вот за наш Советский Союз, за нашу Родину. Мы выходили играть... Почему говорят, что было великое поколение? Да это поколение не видело ничего хорошего. Мы послевоенные люди. Чуть помоложе меня Женя и Саша. Но дело в том, что Валя Иванов – великий футболист. Великий футболист. Вот мы все там говорим Марадона, Пеле и так далее. Но когда на моих глазах я встречался... Они были моими соперниками. Эдик Стрельцов, Валя Иванов, Игорь Нетто, правда, был мой партнер по «Спартаку». Лёва Яшин, Воронин, «Понедельник». Я вам много... Вы знаете, почему мы о них вспоминаем? Мне иногда говорят ностальгия, да ничего подобного. Эти люди выходили за копейки. Мы не думали о зарплате. Мы жили с народом. Мы выходили что? Показать мастерство. То, что кто умеет. Наш футбол развратили. А развратили... Чиновники подхватили всю эту карусель, вот эту карусель, чертово колесо. Наши футболисты, ну, ребят, так нельзя. Ты одел майку сборной, землю грызи. Или подними руку, не хочу играть за сборную, хочу играть за «Зенит». Правильно. Играй за «Зенит». Правильно. Вместо этого мы все сейчас обсуждаем. А что мы, в принципе, обсуждаем? У нас вообще ничего нет, у нас футбол в болоте. Уже вот осталось вот и все, и мы захлебнемся. У нас сломался Игнашевич, второго нету, не подстрахует. Правый защитник, второго нету, третьего, у нас нет своих. Виноват РФС. Если они там не разберутся, если они эту шушеру, которая там их окружает, специалисты там все-таки есть какие-то, не буду фамилии называть, там нужны футбольные люди. Вот тогда мы двинемся вперед. Если этого не будет, бесполезный разговор. Еще 10 телевидений, и ничего мы не изменим. Сразу в тему скажу по поводу футбольных людей. Здесь может быть заблуждение. Заблуждение очень серьезное, которое опять нас может не туда завести. Дело в том, что футбольных людей сейчас нужно искать тех футбольных людей, которые не находятся, вот там есть в РФС люди, но которые были в большей степени в оппозиции и которых выжил этот РФС. Нормальные, порядочные люди, честные, которые в этой системе безобразной, коррумпированной, не смогли работать. И об этом честно говорили. Потому что очень много сейчас футбольных людей, которые прогнулись под эту систему. Эта система их запачкала полностью, по уши. Вот. И эта система сейчас заинтересована. Видите, эта же система и говорит, что давайте сейчас футбольных людей. Вот. Но эти люди, которые прогнулись и запачканы, они будут плясать под дудочку вот этих сейчас функционеров, и ничего не изменится. Поэтому вот этот сейчас все огневые конюшни надо вычищать, и вот брать из оппозиции тех, кто не работали, которых не подпускали, их они есть, но их очень мало. И вот только вот эти футбольные люди... Где гарантия, что у них лучше получится?
Не лучше, они действительно наведут порядок. Эти не наведут, вы опять в заблуждение попадете. И об этом надо говорить. Сейчас кто опять заговорил? Колосков. Представляете, 35 лет сидел, загнал в тупик этот футбол. Он сейчас заговорил, рот свой раскрыл. Понимаете, он опять сюда рвется. И таких футбольных людей знаете сколько? Поэтому вот здесь вот это самая большая опасность, это самая большая ловушка. Если вы попадете в эту ловушку, еще хуже будет, чем с этими. Самая главная проблема в том, что уже долгое время номенклатура, которая считает, что они могут «Газпромом» руководить, «Лукойлом» руководить, значит, банком каким-то, ВТБ руководить, РЖД руководить, страной руководить, губернаторами быть, номенклатура, они могут и в футболе все делать. Знаете, вот все, которые сейчас политбюро создано там, политбюро, значит, в исполкоме РФС, Степашин, Миллер, Иванов, управделами президентов, да, значит, Зубков, вице-президент недавно, этот из РЖД, Якунин, значит, Авен и прочие, там нет ни одного сейчас человека, который понимает, президент, как это пройти этот путь и какие вопросы исполком должен решать. Вот эту всю компанию, им сказал же Дмитрий Медведев, когда руководил, он сказал, освободите кресло президентов федерации. Профессионалам 24 часа пускай работают. А вы попечительским советом, вот деньги доставайте. Вот доставайте деньги. А они все сейчас, и никого футбольных людей нет. И вот самая главная проблема в том, чтобы туда вернулся футбольный дух и футбольные знания предмета. Потому что последнее, это вот все, что прикормлено или нет. Вот Валерий Леонидович в группе, которую он говорил, туристической, составленной из ветеранов, там понедельник был, я не называю другие фамилии, вот он был, значит, проигрывает наша сборная этим грекам. Приходит человек-руководитель и говорит, ни одного слова плохого про сборную. Вот, пока прикормленные будут путевочкой, другим, третьим, уже футбольных людей прикормили до того, или запретили говорить. И тогда мы кушаем вот это вот все самое главное, что вот эта номенклатура, совершенно не понимающая, что это совершенно другой пласт работы, нами командуя, развивают вот такой футбол. Ну какая боль, слышите, какая боль? Вот у людей футбольных какая боль по делу. Госхидинг не умеет проходить отборочные циклы, и это факт. 5 лет назад мы случайно, благодаря хорватам, попали на Евро-2008, а чемпионат мира 2010 и вовсе пропустили. Вслед за нами Хидинга наняли турки и не поехали на Евро-2012. Но зато команда Хидинга успешно выступает в финальных турнирах. Сборная Южной Кореи в 2002, сборная Австралии в 2006, наша сборная в 2008. Дик Адвокат же, напротив, уверенно провел отборочные игры, но провалился в финальных. В Советском Союзе умели решать такую проблему. В 1986 году Эдуард Малафеев, хотя и вывел сборную на мексиканский чемпионат, но повез ее туда Валерий Лобановский. В результате мы прекрасно играли и вышли из группы, и только благодаря судье не дошли до четвертьфинала. Может, и теперь нам следует чаще менять тренеров. Поговорим об этом после рекламы. В истории каждой футбольной сборной есть свой золотой век. Наш длился 10 лет, с 1956 по 1966 годы. За этот период советская сборная выиграла Олимпийские игры, стала первым обладателем и затем серебряным призером Кубка Европы и, наконец, играла в полуфинале чемпионата мира 1966 года, который проходил на родине футбола в Англии. Что же выпало на долю сегодняшних болельщиков России и что они думают о своей сборной? Об этом в нашем сюжете из Лужников. Ровно 4 года назад фанаты сборной России съехались в фан-зону Лужников, чтобы поддержать нашу команду. Тогда в полуфинале играли мы. Сегодня с Испанией сразится Португалия. Кто же виноват в провале российской сборной? Поговорим об этом с болельщиками. Я думаю, что здесь в первую очередь, наверное, вина тренера, потому что он не смог собрать команду и настроить ее на победу. Ну, я считаю, сами игроки, они более как бы зазнались, что ли. Наверное, футболисты больше виноваты, как-то они так неактивно бегали по полю. Причина поражения российской сборной в том, что они продали наш матч
за деньги, взяли деньги и просто проиграли этот матч. Просто слили его, вот мое такое мнение. Потому что все удары по воротам, все были мимо, ни одной нормальной игры было, ни штрафной не было. Все мячи шли мимо. Как вы относитесь к словам Аршавина, что плохая игра – это наши проблемы? Я думаю, что, во-первых, это прежде всего некрасиво. Во-вторых, если тебя действительно поддерживает 100-миллионная толпа, я считаю, что это неправильно говорить, что это их ожидание. Это не их ожидание, это всеобщее ожидание. Аршавин, мне кажется, был, измотан психологически, из-за этого он позволил себе такое высказывание. Вот это высказывание Аршавина, что это наши проблемы, это... Мне кажется, ему вообще не место в России, не то что в сборной, а надо его депортировать куда-нибудь там. Где он там рекламирует чипсы эти Лейс, вот пусть он там и играет. С надписью Лейс, а не Россия. Что нужно сделать, чтобы российская сборная впредь играла достойно? Я думаю, надо менять вообще всю ситуацию там, с футболом, прежде всего, как в целом в спорте. Надо развивать детский спорт, в общем-то, этот процесс долгий, но этим надо заниматься. Я думаю, что больше все-таки нужно уделять внимание детскому и юношескому футболу, потому что данная сборная, она действительно хорошо сыграла в 2008 году, но дальше нужно ставить на молодых. Нужно набирать таких команд, которые у нас играют. И чтобы не продавались футболистов, не покупали, а своих набирались. У нас есть хорошие ребята, которых можно поднять и поставить, понимаете? А так вот эти все, которые играют за границей, они уже поняли, что это бизнес, это деньги. Они не выкладываются. Мы не умеем пользоваться тем достоянием, что у нас есть. У нас все для этого есть, для победы у нас все. Как по-вашему, кто должен стать новым тренером российской сборной? Я думаю, из России. Не обязательно, так сказать, русским, но из России, да, то есть Газаев какой-нибудь. Как вы считаете, кто должен стать тренером российской сборной? Мне кажется, должен быть россиянином, или хотя бы выходцем СНГ, а не иностранцем. Через 6 лет на стадионе в Лужниках состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. Сможем ли мы рассчитывать на победу или хотя бы на участие в нем? Напрямую зависит от того, какие выводы мы сделаем из выступления на Евро-2012. Футбол – игра миллионов. Игра за миллионы для болельщиков – это профессиональный футбол. А игра за миллионы для себя – это футбол по-русски. Давайте обсудим, так ли это. Сумма контракта Дика Адвоката оскорбительна для большинства россиян. Пожалуйста, давайте подумаем, просуждаем, почему Дик Адвокат оказался самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2012. Вы уверены, что эти все деньги и Хидингу, и Адвокату до копейки доходили до них? Вы депутат Госдумы? Это действительно так, да. Вы можете сделать запрос, чтобы мы наконец-то увидели, увидели контракты Хидинга, увидели контракты Адвоката, узнали, заплатили они за это налоги, и чтобы до сих пор никто не видел контрактов ни Хидинга, ни Адвоката. Ходят разные суммы, разговоры, но никто не видел и никто не опроверг. Вы можете это сделать через Госдуму? Я думаю, что мы можем сделать с вами еще лучше. Я думаю, что вы, как уважаемый эксперт, могли бы, сформулировать четко запросы. Я вам сформулировал и уже. Мы с вами... Нет, давайте прям напишем, подготовим, и я направлю с большим удовольствием. Давайте встретимся. И через программу мы с большим удовольствием и футбольную общественность поставим в курс. Дело эту тайну мадридского двора. Заодно Аршавина тоже выведем на чистую воду. Просто, наверное, когда наша сборная еще выигрывала, жалко, нас не интересовало, сколько мы платим тренерам. Как куда? Это человек, который непосредственно под этим тренером был, и они там в Бристолях жили. Вы знаете, что сейчас долгу сколько у РФСа? Откуда такой долг появился? Вот эту систему надо ломать и наводить здесь порядок. Пока мы это не сделаем, ничего не будет. Каким образом ее нужно ломать? Ломать каким образом? Во-первых, нужно полностью, чтобы действительно профессионал стал у руля РФС в первую очередь. Второе, этот профессионал, как говорится, исполком правильный подберет. И самое главное, этому профессионалу должно
с учетом того, что вот эта система у нас такая создана, да, государственная система, должно помогать государству, но не другу там Фурсенко, да, вот, и не другу там Мутко, да, а профессионалу должны помогать и не подачку ему давать. Вот, он красть ничего не будет, он все пойдет на дело. Вот, а государственная и отчетность должна быть, и Госдума должна этим заниматься. Степашины там все, они это, да, и вы должны контролировать этот процесс, потому что выделяются бюджетные деньги. А куда они идут, вы в Госдуме никто не знаете. Ведь почему мы сегодня здесь все сидим? Потому что вот было бесславное выступление сборной. Знаете, самое главное вот в чем. Там было постоянно, вот когда болельщики сидели, смотрели, они. Дело в том, что мы говорим сейчас конкретно о сборной. В стране сложилось они и мы. Это вот самая главная проблема. Ну а почему так произошло, вот, как вы думаете? Целая компашка людей развращенных. И вот этим поведением, там, на этом видео, предположим, я не видел видео, честно, я читал что-то, но не знаю. Вот, но я сейчас не об этом. Сейчас. С удовольствием. Вот они и вы. Мы неоднократно видели, как эти ребята выходили из сборной. Опять же, нельзя всех мазать черной краской. Например, вот Киржаков дает интервью, на днях дает интервью, да, своему сайту, имеется в виду, питерскому, и говорит, в чем я должен перед болельщиками покаяться. Они не чувствуют вины своей перед людьми страны, где они выросли, живут. И, знаете, я просто вспоминаю времена, там, все время будем без денег же, там, не платили нам какие-то деньги. Дело даже не в этом. Просто мы, вот сейчас я иду по улице, и ко мне подходит человек. Спасибо вам за то, что вы там говорите честно, за то, что вы играли когда-то в футбол. Я понимаю, что он не помнит, он молодой парень, он не знает, когда я играл еще в футбол. Но какие-то легенды ходят о том времени и прочее. Почему? Потому что я ни одного не отогнал и не сфоткаться сказал, да пошел ты или что-то. Потому что мы из этого народа вышли, мы хотели им нравиться. И чего кривить душой сегодня, когда они подходят к нам и отплачивают вот этой любовью, не деньгами в карман припал, а любовью. Почему здесь надо что-то кривляться и прочее? Эти ребята оторвались, а вот тем, что им говорили, вы незаменимые, вы единственные, развратили не весь футбол, а вот этих ребят. Это компания, они, вот это вот что они не могли выиграть что-то. Потому, ну дай, подожди, дай договорить, ты сольник свой закончи пока. Да. Значит, я хочу сказать об одной вещи. Вот как только началось разговор о том, что это команда Хидинга, это команда адвоката, а сборной России, то мы все абстрагировались от конкретной команды сборной России. А вот это он тренер, и вот это его команда там и прочее, прочее. И вот это и привело. Что мы видели на чемпионате? Уважение к людям, которые играли, но и уважение людей, которые играли. Вот он говорил об ирландцах. Команда провожала свои, провожали абсолютно аплодисментами, потому что они да видели, эти люди за них и за страну отдались. Да. А мы обижены, и поэтому рассуждаем здесь, потому что абсолютно эти люди, и им надо говорить об этом, извращены вот этим и не отдавались. И последнее, это идет во многом, сейчас секунду, последнее, от воспитателей. И вот здесь уже разговор о русском, не русском тренере, что адвокат своим поведением, бросая все команды и переходя за большее бабло куда-нибудь, чему он мог воспитать этих людей, к какому отношению? Вот в свое время, помните, да, ну вы можете не помнить, старшее поколение помнит, 6-1 Спартак проигрывает Ростову у себя здесь. Хорошо. Да, я играл. Я играл. 6-1 проигрываем Ростову, представляете? Вот. После этого, вот лично я, да, я позвонил жене, говорю, я домой не еду. Говорю. Я еду на базу и сижу на базе до следующей игры. Знаете почему? Не потому, что я там кого-то боюсь, и мне никто бы ничего не сделал. Мне просто стыдно было на улицу выходить, понимаете, в чем дело? Чтобы 6-1 проиграли, это позорище вообще. Я заперся там, как в этом, как в тюрьме, и сидел на базе, готовился, сам тренировался, вот для того, чтобы после того, как в следующей игре мы Минск 3-2 обыграли, вот тогда я поехал домой. И жена ничего не говорила, даже не возникала, потому что она знала. Как, воспитание какое было, нам стыдно было, блин, за этим, я не хочу, сейчас бы матом сказал. Женщине ломанулся. Он рассказал все, почему он проиграл. Александр Михайлович, я знаю, что вы придерживаетесь той точки зрения, что для нас благо это все-таки иностранный тренер, нежели чем наш соотечественник. Ну, объясните, пожалуйста. Я хочу сразу свою позицию объяснить.
На данный момент тот, кто у нас, да, в России есть тренерский состав, я не вижу тренера, который может возглавить сборную. Все те тренеры, которые были, Газаев, Семин, Бышевец, ну, покойный там совет, они все уже принимали сборную, они ее тренировали и ничего не добились. А Лобановский добился в 88 году на четвертом круге. Вы говорите, еще приходил, его победили, чемпион. Хорошо, да, набирался опыта. Бышевец ничего не добился, он олимпийский чемпион. Это вообще с ума сойти может. Александр Михайлович, а вы в нашем с вами интервью ранее, да, вы упомянули, что у вас есть такая точка зрения, что сейчас наши сборные ближе европейские тип мышления. Да. И вот можно поподробнее как-то? Ну, опять же, мы возвращаемся, да, к нашему менталитету российскому. У нас единственная, я думаю, страна, в которой нужно заставлять футболистов, чтобы они настраивались на игру, на выигрывание, да, каких-то регалий, ну, то есть когда они выходят соревноваться. Ни в одной, я думаю, европейской стране тренер не приходит и не заставляет того же там Аршавина или кого-то. Вот ты должен сейчас выйти, должен там то-то, давай-давай, как обычно у нас принято в стране. Если брать, да, европейских тренеров, это больше построено на профессионализме. И опять же, мы сейчас возвращаемся к тому, что, вот как, да, сказали уважаемые все эксперты, вот эта система, которая у нас прогнившая, да, у нас нет профессионалов, у нас одни коммерсанты. Коммерсанты, которые зарабатывают на чем угодно деньги, начиная от детско-юношеского футбола с попаданием ребят возраста в сборную, когда это вообще нонсенс, за деньги можно только попасть, или если ты подписан под определенным агентом, да, в юношескую сборную, а не то, что мальчик играет хорошо там, или, да, а потом мы удивляемся, почему у нас в сборной, да, нету футболистов там, или нет защитника, или так. Да они есть, ребят, есть, и школы нормальные работают, мы не берем, может быть, все, даже Локомотив. Сейчас практически избавились вот от всех вот этих коммерческих моментов, да, когда там тренеры и брали деньги, когда для того, чтобы устроить детей в интернат или так далее, и так далее. Да, вот эти моменты, это вообще нонс. Ну, по поводу футбольных школ мы поговорим, да, в третьей части нашей программы. А сейчас все-таки давайте, может быть, выслушаем мнение наших зрителей. А, пожалуйста, вам слово. Я хочу, если, ну, позволите, сказать свое мнение, как бы, как болельщик рядовых. Я никак не претендую на авторитетное мнение. Вот. По поводу наших голландцев, то есть и Хидинга, и адвоката. Я когда-то был на встрече у Робинейро, и вот он сказал очень такую заметную мысль, что... Заметную мысль сказал, что это как бы может даже комично, то, что почему в «Зените» у адвоката получилось? Потому что до него в «Зените» Хидинга не было. Это одно мнение. Ну, такое, я согласен полностью с ним. Еще такое, я хочу сказать в защиту наших игроков, потому что не все играли плохо. Почему не сказать добрых слов о нашей маленькой молодой звезде, которая зажглась, именно Алан Загоеве? Алан единственный человек, который после игры плакал. Вот приехали когда в отель, Алан единственный, кто плакал. Кто извинился. И кто плакал, он переживал. Вот мы слышали разные разговоры, я не буду фамилии называть, но, например, там два игрока разговаривают, один говорит, я с ним в одном самолете не полечу, пусть мне арендует еще один самолет. Реальный разговор. Или еще один игрок с женой разговаривает. Не надо. Не надо. Я не хочу. Нам не надо добивать сборную. Она другой разговаривает с женой. Говорит, слушай, значит, я не получается. Все, там, кто не знает, независимо от результата, за каждую игру платили 70 тысяч евро. Он говорит, слушай, извини, там, вот с этим планчиком не получится, следующей игры не будет. Ответ. Ну ничего страшного, зато мы завтра поедем на дачу. Вот реальный разговор. Единственный человек, которого я видел, который плакал, это был Алан. Действительно, низко ему поклон за это. Знаете, что сейчас беспокоит очень сильно? Дело в том, что на фоне провального выступления, да, провального выступления, это очень плохо для молодежи, да. Он плакал, все нормально, так и должен молодой, как говорится, себя вести. Но сейчас, понимаете, хотят вот на фоне вот этого негатива найти одного кота и поднять, понимаете. Это очень опасно. Ну какой он герой Осетии, понимаете, там на таком уровне начинается такой пиар. Ну для чего вы это делаете? Вы этих развратили, теперь вы его хотите развратить. Он уже говорит, что я не хочу здесь играть, я хочу зарубежный футбол ехать. Он уже начинает говорить, что нужно такого тренера.
ты футболист, ты вообще на эти темы не должен разговаривать. Он уже свою креатуру, Газаева туда нужно, ты что, с ума что ли сошел? Ты вообще на эти разговоры не должен, какой? Твое мнение вообще спрашивать никто не должен. Как футболист может себе тренера ставить в клуб? Вы что, вот это уже, знаете, это уже пошло. Он еще это не понимает, у него опыта нет еще жизненного. Вот, но его уже развращает, о чем и говорю. Вы думаете, что Аршавин с Кижаком сразу такой что ли стали? Они вообще тише воды, ниже травы были. Вот. А потом их развратили вот этими бабками, их мнение, Газпром, депутат, он сейчас на всех рекламах. Это и пошло, и поехало. Сейчас я не успеваю смотреть, они еще играют, вот тоже вам, про Дзагоева, да? Уже кредитные карточки рекламируют сюда, он все знает, а за это что же деньги платят? Я бы вот пару слов насчет «они» и «мы», да? Ну, не хочется ассоциировать себя с командой, в которой играют, например, там Широков и Аршавин, именно благодаря их публичным высказываниям. Не получается никак. За любимый клуб, да, я всегда скажу, мы поехали, мы победили, мы там проиграли. С этой сборной, к сожалению, пока такого не получается. И вот все-таки основа любой победы, крупной победы на любом турнире крупном, это единство. Единство команды, единство тренеров, единство команды, тренеров и болельщиков в том числе. Этого у нас нет уже лет 10, наверное, к сожалению. И о чем тут можно говорить? Единственное, знаете, что я вам хочу пожелать всем болельщикам, да? Масса болельческая, она неоднородна, согласны вы с этим, да? Есть такие дебилы, которые всех вот вас, болельщиков, подставляют, понимаете, в чем дело? И вы, болельщики, должны наводить здесь порядок, потому что вас расслаивают, и к вам отношение уже не такое, потому что если он приходит там... В усмерть пьяный, да, начинает ломать. Значит, а что этот устроили? Взял, выбросил Сашку с чехами, да? Стали чехов оскорблять, да? УЕФА приняла санкции. Да, с нас 6 очков сейчас могут снять, представляете? Где гарантия, что эти дебилы сейчас... Нам тогда можно отборочный цикл не начинать. Минус 6 очков, вы что, до свидания, все. Мы никуда не выйдем. Это нормально? Вот он сейчас, я к вам вопрос. Что он называет болельщиков дебилами? Не нормально? Не, я к вам вопрос. Вот к вам. Вы... Это следствие поведения отдельных институтов. Да. Но когда Широков сказал, и показали это, Широков сказал дебилы людям, которые там провоцировали его, тогда Широков плохой. А я вот, о Ромке, я с ним общался, и меня «Зенит» приглашал на сборы. Это умный, нормальный человек, понимаете, который говорит все так, как думает. Вот как он думает. Вот, понимаете, он думает, вот дебилы, значит дебилы. И тут говорит так же. Ну, Аршавин его и меня назвал неадекватными. Фу, не Аршавин, Широков, чтобы вы знали. Умный, нормальный чудак, представляете, людей старше его, да, заслуженный. Но он тогда тоже сейчас перезаслуженный, да. Неадекватный. Говорит, неадекватный, блин, адекват мне нашелся, елки-палки. Вот молодой человек очень важную вещь сказал, но все сосредоточились на единстве болельщиков и команды, а он еще другую вещь сказал. Он сказал, единство тренеров и команды, единство членов команды. Мне очень редко удается общаться с спортсменами в кулуарах, но вот во время варшавской нашей этой трагедии мне удавалось наблюдать команду до матчей. Вот удивительная вещь. Я абсолютно уверен, что, допустим, сейчас, никто, вот Валерий Леонидович точно сейчас, так сказать, такого не допустил бы. То есть команда идет, например, на завтрак. Ну, это отель. Вообще не знаю, зачем нужен был отель в центре города делать. Все-таки должна быть, наверное, база спортивная где-то, где можно и побегать, и размяться, и болельщики не домогаются. Но идет один спортсмен на завтрак, навстречу другой. Они даже не здороваются. Я не видел ребят, которые ели за одним столиком. То это не команда. Единения. Вот командного духа я вообще не увидел. Это было какое-то объединение, вот это такая дух, сборная солянка игроков. Я абсолютно согласен, что говорит депутат. Но абсолютно. Знаете, вот такую вещь. Ну что делать? Вот что сейчас что делать? Жизнь а я вам сейчас скажу, что делать. Не надо что-то так в пространстве. Вот мы в Варшаве подъехали, где живут наши футболисты, чтобы прицепиться к ним в хвост и поехать на стадион. Старики, ветераны, заслуженные люди. Я иду с понедельником. Сидят в автобусе наши именитые футболисты. Вот эти вот, про кого мы сегодня говорим. Вот хоть бы один вышел бы. Я иду с понедельником. Легенда. Ребята, вы выйдете из автобуса, пожмите ему руку. Тот же Аршавин, Денисов. Да все! Поклонитесь ему в ноги, чемпион Европы. Да вы что? Сидят бояре. В окно смотрят. Понедельник идет в рваных туфлях или что? Вот откуда идет. А то, что мы здесь говорим, да это все пофигу. Ребята,
если они с понедельником за руку не здороваются? Как они могут на поле выкладываться? О чем мы говорим-то? А это еще, знаете, болельщики аплодировали ветеранам. Болельщики ветеранов видели. А потом... Остается 5 минут, 5, я про футбол говорю, 5 минут, выходит Измайлов, мы сидим 13 ряд по центру, 1-0 горим Греции, вышел Павлюченко, встал и стоит, это ясно, это уже другая история, это такой лентяй, 100%, конечно, миллионер лентяй, так и бывает, а вот Измайлов вышел и начал под себя улитки делать, 5 минут, я ору, я был немножко поддатый, честно говорю, мы выпили пивка, я думаю, подавай. Ну что ты себя показываешь свою за спортинг? Ты подай туда, кто-нибудь зацепит, может пенальти дадут. Или вы домой едете, ребята, зачем тебя выпустили? Вместо этого 3 минуты держит мяч. Это о чем говорит? Аршавин вне игры выходит 5 минут, грибы ищет. Штрафной противника. 5 минут из игры выходит. А мы сейчас говорим о футболистах. Молодец. Паразиты они, 100%. Российская сборная на Евро-2012 оказалась одной из самых возрастных команд. Почему так получилось? Где наша перспективная молодежь? Об этом сразу после рекламы. В 2018 году впервые в своей истории Россия будет проводить чемпионат мира по футболу. На кого мы можем рассчитывать через 6 лет? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы отправились в футбольную школу «Локомотив». Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону, Хабаровск. На поле футбольной школы «Локомотив» тренируются самые талантливые ребята со всей страны. Амбициозные, страстные, искренние, с горящими глазами – 16-летние мальчишки. Пока футбол для них – любовь всей жизни. Поражение российской сборной – личная трагедия. Что для вас значит футбол? Все. Жизнь. Это жизнь наша. Без него мы уже не можем. А что для Аршавина значит футбол? Как вы думаете? Конечно. Уже стал бизнесом. Молодые футболисты – это искренние. Чем меньше возраст, тем, может быть, они более искренние ребята. Вот большое желание у них, да, стать футболистами. То есть это все, опять же, те же эмоции, которых, может быть, скажем, у взрослых футболистов, у них более уже идет такой расчет, где-то кто-то опытнее уже где-то просчитывает, то у детей, независимо, да, там старше, младше, в них все же бьют эмоции, большое желание добиться чего-то. Ребят, что нужно сделать, чтобы сборная России впредь играла достойно? До конца битвы. И знать, что они защищают. Да. За что играют? За честь сборной? Да. Честь сборной. Они надевают эти майки. Эмблемы. Отстаивать честь страны ребята собираются уже на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Все шансы для этого есть, ведь футбольная школа «Локомотив» сильнейшая в России. Лучшие тренеры и безупречные тренировочные поля. Интернат для иногородних ребят, медицинский центр, где врачи пристально следят за их здоровьем, а диетологи разрабатывают для каждого игрока систему питания. Своя общеобразовательная школа. Все в шаговой доступности и абсолютно бесплатно. Школу финансирует футбольный клуб «Локомотив» и российские железные дороги. Как вам тут, ребят, живется? Какие удобства? Все замечательно. Кто ваши кумиры? У меня Касильяс. Я Сеск Фабрегас. Есть такой. А у вас? Карлес Пуэ. А вы можете назвать себя патриотами? Да. Да. Рабочий день молодых футболистов расписан по часам. Подъем в 7.30 утра. Далее завтрак, занятия в школе. После обеда около 2 часов длится тренировка. Затем полдник, ужин и время для выполнения домашнего задания. В 10 вечера у ребят отбой. По мнению тренера Александра Катасонова, дисциплина, режим, трудолюбие – важная составляющая успеха. Но главное для футболиста – правильный настрой. Если везде все как бы хорошо, да, действительно хороший тренер, который... Да, пытается из этого ребенка вырастить, да, талантливого футболиста. Когда дома все налажено, да, быт, родители, да, живут там, допустим, да, дружно, то есть нет каких-то, да, семейных проблем. Когда сам ребенок есть желание действительно ставить перед собой цель, достигнуть, да, чего-то, то тогда, естественно, это взаимодействие, скажем, больше шансов тому, что ребенок может вырасти хорошего спортсмена.
Сегодня у ребят главная тема для обсуждения – кто же будет новым тренером сборной России. Ведь именно от этого выбора, возможно, будет зависеть их будущее. Какими качествами должен обладать новый тренер сборной России? Он должен быть идеальным. Идеальным – это каким? Ну, лучше, чем адвокат. Можно поподробнее, ребят? Как вы думаете? Он должен быть наш соотечественник, да, или иностранец? Это имеет значение? Это должен быть человек, который не за деньги работает, а за идею, за страну. Думаю, должен быть русский человек. Если придет российский тренер, это опять возврат в прошлое. Ребята, которые играют сейчас в сборной, они привыкли чуть уже к другому отношению, более европейскому. Из наших тренеров, которые, ну так, большинство, допустим, с кем-то я работал, знаю, они уже были в сборной, и они ничего не добились. Тот же Газаев, Семин. Вы мечтаете попасть в сборную? Конечно, да. Гарантируете победу? 2017? Да, обещаю. Выходи! Выбирая футбольную школу для сюжета, мы не случайно остановились на «Локомотиве». В юношеских сборах России 1995 и 97 года каждый третий футболист – ее воспитанник. Остальные, как правило, представляют ЦСКА, «Спартак», «Динамо» или «Зенит». В этой связи я хочу задать вопрос. Почему идет такой большой разрыв с Москвой? Почему только воспитанники, скажем, «Локомотива» – это сильнейшая школа в России – попадают в сборную, в юношескую сборную? А как же быть с другими футбольными школами в провинции? Они же там тоже существуют. Вот как там дела обстоят? Здесь, в первую очередь, я вам объясню, с чем дело связано. Дело связано с тем, что у «Локомотива» сейчас, вот у «Спартака» тоже появилась очень сильная инфраструктура. Это очень важно. Они сумели это сделать. ЦСКА, все. И практически они собирают, они что здесь сказали, практически со всей России собирают. Ну, это же все равно единицы. Да, да. Вот. С другой стороны, вот чтобы мы не упустили таланты, которые есть на периферии, да, во-первых, это этим РФС должен заниматься, он должен эту систему контролировать и отслеживать эту всю молодежь. И потом она отслеживается еще за счет системы соревнований. То есть они же участвуют, правильно, в соревнованиях. И там, когда они между собой играют, там с периферийными клубами, там различные, для каждого года есть свое соревнование, понимаете, это по методике. И вот там они должны отслеживать, самых лучших определять и уже, как говорится, целенаправленно этих самых лучших вести. Вот в тот момент, когда в России в каждом дворе можно будет играть в футбол, и хороший тренер сможет выбрать лучшего и отправить его на более высокий уровень, играть за район, за город, за область и так далее, и таких школ, как «Локомотив», у нас будет сотни, вот тогда, может быть, мы сможем отобрать достаточное количество игроков. Не говоря уже о том, это вообще отдельная боль, я думаю, что сейчас все скажут, это протекционизм в спорте. Ведь, к сожалению, даже если парень очень хорошо играет, это совершенно не обязательно, что он появится на этаж выше, потому что обязательно должен кто-то кому-то позвонить и сказать, что возьми именно вот этого, потому что он чей-то сын. И это отдельная проблема, которая разрушает вообще весь профессиональный подход тренерский. Но как же вот это искоренить? И вот Александр говорил, да, Александр уже упомянул, сказал, что сейчас вроде в «Локомотиве» там навели порядок, да? Вы представляете, на полном серьезе, я вам могу сказать, я разговаривал с функционером РФСа очень высокого уровня, да, вот. И я ему сказал, как же так, вот в свое время меня во Владикавказе, а Женикидзе тогда было, да, Мосягин, царство небесное ему, тренер юношеской сборной, он ездил по югу и увидел меня 55-го года и за 53-й год привез в юношескую сборную, отдал, потому что, ну, я здоровый был, да, он меня увидел и нашел там, да, сейчас мне на полном серьезе была такая информация, я спросил, мне ее подтвердили, да, что тренеры сами привозят в РФС, в юношеские сборные игроков и говорят, посмотрите. Им даже искать не надо, и не ездить, посмотрите. И не смотрят из-за того, пока... Да. Да. Это безобразие. Я хочу вам, знаете, что сказать. Во-первых, вот первый был снимок. Почему-то у мальчишки Дуймович на маечке, а не Сычев. Это надо задуматься. Это раз. Во-вторых, ну о чем мы сейчас... Детские футбольные школы надо закрывать вообще-то. Просто у нас в России. Надо закрывать. 7 легионеров. Вдруг чиновники от РФС новую систему придумали. 7 легионеров на поле.
Это с ума сойти. Вообще-то они вообще загнали нас в болото. Мы... Честно, надо им сказать, ребята, как бы вы ни играли, закрыта вам дорога в основной состав Локомотива, ЦСКА, Спартак. Закрыта. Гинер поет о чем? Давайте 7 легионеров. О чем поет Федун? 7 легионеров. Керимов, 7. Что сейчас Смородская сказала? Какие мальчишки? Смородская, для кого президент он их... Локомотива поддерживает, чтобы вообще это, все легионеры... Да. Вы понимаете, вот ей, ну куда ты лезешь, елки-палки? Ты вообще, как ты там вообще оказалась в Локомотиве? Работа-то в хвосту идет. Ну а как это скажется? Если у вас нет 300 миллионов рублей, то ваша команда никому не нужна. Абсолютно. Абсолютно реальная. Это каким же быть РФС. Талантом, чтобы... Можете выигрывать, проигрывать, нет 300 миллионов, вашей команды не будет. Да. Карпин поет. О чем Карпин? Великая команда «Спартак». Я там играл почти 10 лет. О чем он поет? Снять лимит на легионеров. То, что говорит Саша. Да ты подумай, о чем ты говоришь. Езжай в Испанию и тренируйся с Федуном там. Какие могут быть последствия? Не будет все, футбола. Не будет футбола российского. А последствия сегодняшние уже последствия. Да. Вот вы, простая ситуация. Как вот эти пацаны, да, которые сейчас говорили, как они будут играть на чемпионате мира, если они в чемпионате России не будут играть? Как они будут играть там? Где ковать мастерство? Школа, где школа-то? Юля. Первое, о чем все говорят в разнобой, говорят о том, что надо возродить, можно сказать, вот этот вот поголовно любовь детей к футболу, поголовно. Вообще и чтобы, чтобы к спорту, но мы про футбол здесь говорим. Я как человек, прошедший только в футболе, я говорю о том, потому что это как бы все в моей памяти, когда в спартакскую школу был не набор, из 15 человек, а отбор из тысячи. Когда сегодня, вот вы же здесь с планшетником, правильно? Когда дети сегодня выбирают планшетник или пойти на футбольное поле, почему в «Локомотиве», в общем-то, как бы показывают, что что-то хорошо там, хотя я все равно это, не особенно в это верю, потому что там условия хорошие. Там дети приезжают на хорошее поле, кушают там, то-то-то-то, и что? И выбрали по всей стране из Владивостока одного мальчика, из этого одного мальчика. А нужно, чтобы десятки выбирали. Конечно. А это нужно вернуть обязательно государственную программу. Это не футбольные школы, вот эти при командах мастеров. Это их дело. Они воспитывают для себя продавать там чего-то, что-то. А просто сделать, чтобы в стране, в каждом дворе, в каждой школе была площадка, а дети вместо вот компьютера вот сюда рвались. Хорошо, я прошу минуточку внимания. Да. Я сейчас дам каждому слово по несколько секунд. На что мы сможем рассчитывать в 2018 году? Каковы ваши прогнозы? В футболе надо делать реформу. Пока они уже сегодня, вот с сегодняшнего дня, со вчерашнего, реформу глубокую, согласен полностью с Сашей, с Бубновым, очистить РФС от бандитов, в кавычках. И я хочу закончить вот на чем. Уклон делать на наших российских и тренеров, и ребят. Дать хорошую работу главному тренеру российскому. Если мы не хотим одного, тандем сделайте. Сделайте Газаев, Семин. Кто кому как относится. Это великое поколение. И последнее. Если мы на этом сегодня собрании уйдем просто так и привезем опять 7 легионеров и иностранцев, все, утопия. Даже если мы проведем сейчас реформу, да, и поставим футбольных людей, мы в лучшем случае заложим фундамент для позитивного развития футбола. В лучшем случае. Вот. Никаких иллюзий не должно быть. В 2018 году, с учетом того, что мы автоматически выйдем без отбора, нам нужно достойно сыграть, и чтобы вот такого не было с болельщиками. Все, это нереально, все. Вот эти чемпионы мира, все это, что Фусенко нес. Вот какая задача сейчас стоит. И чтобы так сделать, нужно провести реформу, и мы можем на плаху положить чемпионат мира, чемпионат Европы во Франции, и тогда, может быть, мы выступим достойно. Вот какие задачи реальные должны быть. Я хочу сказать, что здесь кто-то ждет каких-то рецептов сразу, чтобы наш футбол стал таким, чтобы мы выиграли 18-й год. Тогда надо вернуться к сказке. Старика Хоттабыча взять, выдернуть седой волосик и... Все начнут летать туда-сюда. Просто надо очень сильно работать. И сегодня однозначно только с юношеским детским футболом. Люди, которые сегодня руководят клубами, эти люди сегодня осваивают деньги. И они никогда не будут вместе с РФС развивать футбол.
И вопрос стоит только глобальный насчет того, что когда проведет совещание в Кремле главный человек и скажет, ты это, ты, и пошло. Только другого не вижу пути совершенно. Спасибо. Дмитрий, вам слово. Я не вижу большой беды в наличии 7 легионеров в нашем футболе, но соглашусь с мнением наших экспертов в том, что, безусловно, без детско-юношеского футбола мы далеко не уйдем. И здесь необходимо заниматься развитием как государственной программы, так и развитием футбольных школ при клубах. Все-таки две эти схемы должны взаимодействовать. Я не верю, что самостоятельно, на самом деле, у кого-то что-то получится. Важна роль как государства, так все-таки и частного бизнеса в отечественном футболе. Я считаю, что действительно 6 лет – это небольшой срок для того, чтобы что-то изменить коренным образом. Но хочется вспомнить пример сборной по пляжному футболу. То, что они когда-нибудь выиграют бразильцев, это, естественно, никто не верил. Поэтому за 6 лет все возможно. Я считаю, пока к нашему руководству не придут профессионалы, а не коммерсанты, ничего хорошего нам ждать не придется. Пока не будет государственной программы развития детско-юношеского спорта, у нас все время будут команды однодневки, и ничего хорошего из этого не выйдет. К сожалению, футбол и спорт – это не исключение, а правило. Мы живем в России, и это та страна, в которой мы живем. Я думаю, что никто из присутствующих в студии не сможет привести ни одного примера, где государство, увидев проблему, смогло ее решить. Любой. Образование, здравоохранение, коррупция, обороноспособность. Спорт не исключение. И, к сожалению, она рассчитывает на высокие результаты, если мы не поставим сначала правильный диагноз этому заболеванию. Я врач по образованию. Вот поставить правильный диагноз, это наполовину вылечится. Если мы не разберемся с проблемами, не наметим системный подход, вот не такой брейнсторминг, как у нас сейчас, много мнений, а разложенная программа, когда государство шаг за шагом движется к тому, чтобы ее выдающиеся сыны и дочери получали призовые места, ничего не получится. У нас все стихийно, у нас все тяп-ляп, а вдруг получится. Иногда получается, но чаще нас ждет, к сожалению, горестное поражение. Конечно, нужно, чтобы государство включалось в спорт, как и в другие отрасли, по полной. И только благодаря этому может действительно какая-то серьезная платформа для успехов на мировом уровне во всех видах спорта. Спасибо вам. Ровно 50 лет назад в Чили сборная Советского Союза достойно выступала на чемпионате мира по футболу. В ее составе блистал футбольный маэстро Валентин Кузьмич Иванов. И не просто блистал, а впервые в истории отечественного футбола стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Музой маэстро была его супруга. Она подарила ему сына, который впоследствии стал арбитром ФИФА. Лидия Гавриловна, мы хотим вам в знак признательности, в память о великом футболисте, о вашем супруге, подарить вам букет цветов от нашего телеканала. Спасибо большое. В знак нашей любви и признательности вам. Спасибо. Спасибо большое. Мне хочется попросить, чтобы вы сказали некоторые напутственные слова молодым футболистам. Любите родину, больше ничего не надо. И, пожалуйста, но не надо открывать то, что уже давно открыто. Вот это безобразие, которое сегодня присутствует среди молодежи, а я считаю, называю безобразием, не любовь к родине, ко двору, к школе. Вот когда я маленькая, ну, была очень молодая на первой Олимпиаде, и услышала свою фамилию, подошла к снаряду, я в этот миг всю свою жизнь перелистала. А если я сейчас упаду? Это же какой позор будет во дворе, в школе, в классе. Это, ну, понимаете, родина вот так сужается прям близко-близко к своему. Молодые, перспективные ребята, особо футболисты. Футбол – это особый вид спорта. Это планета среди большого спорта. Любите футбол и любите родину. Пытайтесь, мучайтесь, надрывайтесь, потейте, умирайте во время тренировки. Вот, может быть, тогда вы будете на пьедестале почета. Спасибо всем вам, что вы нашли время, пришли к нам на программу. Удачи вам, успехов и низкий поклон. Спасибо. Это был час эксперта. Мы не обсуждаем проблемы государства. Мы обсуждаем проблемы нации.